Упражнения для верхней части груди можно выполнять на наклонной скамье, используя гантели. Для того, чтобы правильно выполнить это упражнение, необходимо расположить спинку таким образом, чтобы верхняя часть груди была выше, чем все остальные части груди. Следующее движение вы должны выполнять. При движении вниз – вдох, при движении вверх – выдох. Обратите внимание, что при движении рук вниз кисти уходят в стороны. Они не находятся над локтем. Мы делаем разведение гантелей, но не жим. Старайтесь, чтобы в нижней точке гантели не пересекали горизонталь, проходящую через ваши плечи. При неправильном выполнении упражнения руки сгибаются, вы выполняете жим. При этом растут рабочие веса, но нагрузка на верхнюю часть груди уменьшается. Еще раз правильный вариант. Руки слегка согнуты, гантели параллельны друг другу, при движении вниз вдох, при движении вверх выдох. Старайтесь выполнять движение таким образом, чтобы в верхней части амплитуды гантели не касались друг друга. При таком исполнении мышца находится постоянно в напряженном состоянии.